Так. А куда ты их положил? Так, значит, мы купили вот такую колбаску длиннющую. Вот тогда Мирчик рисовал в школе рисуночек. Тут у нас квитанции, ну, чеки об оплате коммуналки. Это с игры с какой-то, они в школе играли сегодня в лагере. Это у нас голосовать за, типа, за благоустройство, за площадку, наверное. Спрайт мы еще взяли. И дальше что мы еще взяли? Чек. Мы взяли вот такое лото с домерчиком. Набор «Игра для всей семьи». Ну, там как бы был подобротнее набор лото за 500 рублей. Этот практически 200. Ну, блин, ну нам побаловаться, поиграть. Вот шахматы мы купили хорошие, мы купили деревянные. А это, ну, сегодня у меня в планах не было потратить полштуки рублей на что-то такое. Дальше, вот такая раскраска «Бобр-добр». Вот такая прикольная. Я вырастила редкий декоративный цветок. Вот такой красавец, раскрась меня разноцветными карандашами. Такая прикольная раскрасочка. Придумала, я сделала фотографию. Дальше. Вот такое мы уже брали в прошлый раз. Мармеладный макарон. Зефирный написано макарон. Мы в прошлый раз брали другого цвета. И это та самая печать, которую Дамир выиграл в первом автомате. Второй автомат игрушку не дал, хотя предусмотрено, что должен был. Видимо, продавцы их должны ложить или кто закладывать их в автоматы, либо нечего закладывать в автоматы, либо они просто не положили. В общем-то, как-то так. Вот такие покупки у нас сегодня. Еще должен прийти Володя, тоже там по мелочи сделать покупочки. Потом вам их тоже покажу. Мы немножечко повздорили с Дамиром, потому что он не слушается. Вот, ну уже все нормально. Вот, будем кушать, будем обедать.